А мячи завоевали 4 золотые медали на первенстве России по велоспорту на треке среди спортсменов 15-16 лет. 36 гонщиков из 5 регионов соревновались в 3 видах программы. Лучшие результаты показали 2 омских спортсмена – Александр Проценко и Никита Колганов. На родном треке наши велосипедисты разгонялись под 55 км в час. Проценко выиграл гид на 1000 метров схода. Колганов отличился в гонке с выбыванием. Для меня тема – это финишный рывок и догон круга соперников на круг. Я проверил себя со столь сильными соперниками. И я очень доволен, что у меня все получилось сделать. Третье золото нашей команде принес Виктор Энкеев. Он выиграл скретч, групповую гонку на 40 кругов. В споре девушек Амичка Мария Иванцова на равных соперничала с сильными спортсменками из Московской и Свердловской областей. Выиграла гонку с выбыванием, финишировала в третьем скретче. По словам президента региональной федерации велоспорта Павла Костюкова, наше юное поколение здорово заявилось на российской арене. Впереди еще много работы. На треке разыгрывается 20 комплектов медалей. Нам необходимо совершенствоваться и в тех видах, где мы победили, и подтягиваться в других номинациях. Конечно, мы сегодня ждем олимпийских медалей здесь и сейчас, но ничего быстро не осуществляется. То есть медленно, верно двигаться, трудиться и завоевывать те авторитетные позиции, которые сегодня мы уже наработали.